У нас на Западе осадков выпало за вчерашние сутки от 14-18 до 36 миллиметров в Темникове. Вот в центральных районах выпало, это Саранск, Инсар, 7-10 миллиметров, в восточных районах только 4 миллиметра. Такая дождливая погода обуславливается тем, что территория республики за полтора месяца впервые оказалась в центре циклона. Благодаря этому прекратилось сразу два опасных природных явления – почвенная засуха и чрезвычайная пожарная опасность 5 уровня. К тому же норма осадков за 10 дней – 15-20 миллиметров. А значит, в некоторых частях Мордовии на ее выполнение ушли всего сутки. Однако в ближайшее время обильных дождей можно не ждать. Слабые осадки пройдут лишь в некоторые дни и в отдельных районах. И вот почему. Москва считает, что у этого циклона еще он так и остается североатлантический, но в районе где-то Киева на Украине образуется еще одно циклонический вихрь. И вот этот вихрь будет обуславливать погоду вот, ну, на Западе. Будет он на этой неделе. Но к нам он не совсем сможет прорваться, потому что мы немножечко как-то будем находиться под воздействием и азорского антициклона, который у нас был. И на этой неделе нам достается все самое лучшее. От циклона теплая погода, а от антициклона еще и без дождя. Да и ветер, в отличие от сегодняшнего дня, поутихнет до 14 метров в секунду. Можно считать, что бабье лето наступило. Температура будет высокой всю неделю. 15-20 градусов днем и 7-10 градусов ночью. А это выше климатической нормы на 2-3 градуса. В течение 10 дней температура воздуха будет выше нормы. Норма у нас сейчас уже во второй декаде вот где-то около 11 градусов, потом она норма будет 10 градусов, а у нас где-то будет 12-13 градусов. Так что доставать зимние вещи еще не время. Время насладиться последним теплом в уходящем году. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев, «Наши новости».